Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в DinoBash Путешествие во времени. Ну что, сегодня немножечко пофармим именно голду, для того, чтобы прокачать. А прокачать что нам надо? Да дофига на самом деле, что нужно. Так, а покупки есть? Покупки. Так, Дилофа, Целитель Пара. Ну такое все себе, да? А если здесь тебе интересно, то смотри, у нас Раптор идет на прокачку. У нас идет стега на прокачку. И везде нужно 20 тысяч монет. Плюс вот эти. Ну, это, ребят, не обязательно. Вот огненный шар. Да, ну опять же 20 тысяч. Так. События интересные есть какие-нибудь? Событий у нас нету. Поехали, начнем с этого уровня, так уж и быть. Попробуем здесь запинать нашего противника. Угу. Так, ну если здесь дают летуна, значит здесь будет летун. Верно? Верно. Так, давай-ка, разбегайся, бомби его. Фигово ты бомбанул, если честно. Уйди, нечистота. Так, ну по идее сейчас, наверное, кто-то полетит. Может быть, пора вызвать нам. Рановато я, наверное, вызвал, да? Наверное, рановато. Хорош. Иди отсюда, лечит он тут, подхиливает потихонечку, а? Ты посмотри на него. Так, а вот, ребята, и летучка идет, летит точнее. Ну где он там? Вон, летит. Подбили. Так, пока, наверное, больше ничего не будем здесь делать. Ну давай, давай, наказывай вот этого здоровяка. Здоровяк очень сильно напрягает. Давай валунами. Плюс огненный шар. Так, размозжили мы его. Можно, в принципе, использовать молоточек. Так, насколько я понимаю, здесь еще будут дирижабли. Дирижабли, опять же, воздушные шары с бомжами. Вся вот эта нелепая прихоть. Опа, уже летит. Так, я пойду вот этого, ребята, шваркну. Ну что он не бросает-то? Все, сбросил. Так, наверное, надо подлечить нам наши раны. Ну где летун-то, господи, я его уже вызвал полчаса назад. Дирижабль на раз, ребята, разнес. Красавчик. Просто красавчик. Так, я еще вызываю одного стегу. Так, таран, выходи давай. Ты мне здесь нужен. Для пробивки. Многие спрашивают, ребята, что у тебя с экраном? Типа темень такая. Ребята, это из-за того, что у меня включен здесь фонарь, а на улице светлотынь. Вот, видимо, такая несостыковка света вот приводит к такому эффекту, что как будто в темноте в какой-то съемке идут. Ну я же летучку вызвал, где она? Так, огненный шар. Так, здесь попробуем пробить. И сделаем вот так вот, через молоток. Лишний, как говорится, отсеем. Еще раз повторяю, ребята, идет чистый фарм. Мы фармим с вами голду, насколько это возможно. Так, того подбили, да? Выбираю, соответственно, легкие уровни, чтобы особо не запариваться. Но, конечно же, хочется же немножко побольше получать голды, чтобы побыстрее добиться своей цели. Все, но мы получим тут, по-моему, 600 монет, если я не путаю. Да, 680, ну почти 700. Плюс мы с тобой еще получаем за преграды. То есть на золотом пути нам нужно еще 5, чтобы получить заморозку. Потом будет 2000 голды.
А из уровней у нас получается что? Сейчас глянем. А что у нас из уровней получается? Какие нам еще осталось пройти? Слушай, да дофига, какие нам еще осталось пройти. Попробуем, ребят. Я, правда, не уверен, что мы здесь... Блин, еще дали такие, эти, заморозку никчемную, плюс вот эти валуны, плюс отгребаюсь звездюлей. В общем, все, как мы любим. Да. Ёк-макарёк. Да выёжился нормально на начальном-то этапе. Просто на начальном этапе отгреб. Смех, да и только. Пробил, красавчик. Так, пушкарик идет. Точнее, шел. Ну вот это вот, нафига сюда припшло, а? Пугало огородное. Вот он мне здесь нужен, а? Если честно, он мне тут и даром не нужен. Ну давай еще одного позовем. Готов. Так, Рокки, давай, вылази. Мы по тебе тут прям соскучились, можно так сказать. Даже преграду не сломал, а? Так, ну что, 55. Мы можем с тобой призвать либо этого, либо этого. Выбор не сказать, что огромный. Так, они заколебают сейчас здесь. Допустим. Здесь получили звездюлей. Так, ну, наверное, нам надо будет накопить. А, тут же, по-моему, бомжихи, ребята, будут. Я, наверное, неправильно сделал, вызвал вот этого. Это была, блин, моя огромная ошибка, ребят. Да. Это была моя огромная ошибка. Ладно, если мы сейчас с тобой бомбаним сюда... Как всегда, все не вовремя. Как всегда, все не вовремя. Ну зачем я... Молодец, Рэй. Ты просто гений, блин, инженерных мыслей, блин. Ну че... Ай, сделал туфту на самом деле. Я сделал такую большую, огромную ошибку, ребят. Его, естественно, сейчас запинает. Он уже подбили его. Давай-ка вот так на... Ага. И опять мимо кассы у нас получилось все это. В плане, я что-то не понял. Кто меня подбил? Что-то себе вырублю. Мне так еще хуже, ребят. Как в потемках сижу, блин. Ну, по крайней мере, так камера показывает. В подвале, блин. Хотя на самом деле очень даже светло и тепло и уютно. А тут уже телепорт. А, ну это старая, ребята, миссия по... Как тебе сказать? По скорости. Где мы с тобой обычно не успеваем сделать, пройти на 3 звезды. Потому что я не знаю, как тут можно пройти на 3 звезды. С какой-то скоростью нужно проходить. И еще вот так вот, если отдупляться через каждые 3 секунды, то, понятное дело, ничего хорошего здесь тебе не сулит. Побежал, бежит весь такой в искрах, в молниях. Он бежит, и я бегу вслед за ним. Все, там уже без меня справились. Ну, здесь мы получаем 800 монет.
4 забора сломали. Такие лапки у него маленькие. Блин, ну я не знаю, ребят. Этот этап. Давай попробуем этот этап как-то осилить. Опять же, ребята, здесь нужно будет на первых порах вот этого вызвать, чтобы вражин отпугивать. Ну, блин, пипец, еще и бочка. И еще, друзья мои, и бочка тут. Так, насколько я помню, это будет рыцарь. Этих там отдуплили. Ну давай, молния, блин. Так, здесь вот таким вот образом сделаем. Все, побежали. Побежали, побежали. Так, Хаспа позовем. Бочка, ну ты достала, а. Да. Гад, вот специально сюда, блин, успел эта бочка добежать, да, чтобы мне, блин, звездануть. Я тут один на один, да? С этими охламонами. Так, давай огреем тогда уж. Даже не столько вот эти рыцари опасны, сколько вот эти вот обычные шалопаи. Бесявые, если честно. Очень бесит, очень раздражает. И самое главное, что дают сюда летающих. Да чтоб тебя, а? И меня подбили. Вот у... Слушай, а что это у нас яйцо-то уже... Практически на последнем издыхании. Это как так получилось? Блин, она же сейчас там начнет разбрасывать эти бочки. А в каждой бочке по ублюдку. Так, я сейчас этого арбалетчика уничтожу. Он мешается нам здесь очень сильно. Есть. Так, ну что, нам надо копить вот на этого, ребята. По логике вещей нам надо копить. Как на него тут успеть накопить, я фиг его знает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Идет, 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 идет. Так, молоточек. Ну, я его призвал. Уж не знаю, что сейчас получится. Ну, ты будешь там кукарекать-то. Да ну нафиг, ты серьезно, что ли, блин? Король этот со своими бомбами. Я не понимаю, ребят, почему так мало у нас осталось здоровья на яйце. Вроде бы никто там не бомбил. Так, допустим, сделаем так. Заморозку. От греха подальше. Ну куда ты, куда ты собрался? М?
То есть на короля не распространяется, да? То есть его фиг запугаешь, получается. Конечно же, опять три звезды нам не светит здесь. Это само собой, да? И смысл тогда вот от него, если он ничего толком не делает? Не пугает их, ничего. Я не вижу, друзья мои, тогда в этом никакого эффекта. Не, ну он там напугал немножко кого-то, убежали они. Но это мало очень. Это очень мало. Да, тут только две звездочки нам светят. Только две звезды. Чего нам не хватает? Не знаю, наверное, прокачки. И, наверное, прокачки. Оу! Ага, у нас, значит, ребята, прогрессик все-таки небольшой. На один сундук. Но это уже радует. Так, плюс мы с тобой забираем заморозку в магазине. Так, и следующая награда у нас будет 2000, но это нужно 15 ворот пробить. А лучше, конечно, попытаться вот до этого сундука. Блин, до этого сундука плюс еще 5000 монет. Ай, какая там вкуснотища лежит. Так, ну здесь, ребята, ничего я не буду прокачивать. Слушай, по одной звездочке. По одной звездочке. Вот этот этап, что у нас? Такое еще начало какое-то не очень, ребята, доброе. Валун дают и электрическую бомбу. И сразу же меня навтыкали. Сразу же. Так, давай, выходи, рымбач. И вот рыцарь за рыцарем. Рыцарь за рыцарем, блин. Куда ты своими стрелами? Так, Хаспа, начинай бомбить. Так, вызовем вот таким вот образом. Хорош. Такс. Ну, тут понятно, тут лучше всего Хаспа вызывать. Вот смотри, вот видел сейчас парадокс, ребята? Почему он отдуплился? Почему иной раз они не отдупляются сразу же? А здесь просто на изи падают. И у меня нет этому объяснения. С чем это связано? Ну, ты сам видишь. Так, хорош. Так, по идее бы надо бы... Блин, уже нафиг ничего не надо. Ой-ой-ой-ой, ты тут навызывал-то. Фига ты, парнишка. Ядрен, смотри, ты посмотри. Да, мамонт мне здесь... Ну, наверное, вообще никак не поможет. А вот это вот фигня, ребята. Здесь же тоже у нас стоят там эти аглоедычи. Да-да-да, вот они вдвоем тут. А пока, самое удивительное, мы с этим будем разбираться. Там нас будут с тобой бомбить. Вот они там и разнесли все, что могли. Сиди, думай, как тут вот справляться. Эти там с копьями, плюс бомжиха идет здоровая, гигантская. Нет, если возможно изначально взять с собой какую-нибудь там, я не знаю, заморозку или еще что-нибудь в этом роде, может быть, из этого был бы какой-то толк, получилось бы. Но это не точное. Сейчас попробуем валуном, ребят, накрыть их всех. Как же меня бесят вот эти копейщики, блин, с длинной своей дистанции, блин. Слушай, а тут уже яйцо.
тут уже, ребят, яйцо, тут уже не до шуток. Ну и что вы предлагаете? Как вы предлагаете? Сейчас яйцо будут бомбить. И... Ать! Копьем вшивый дотронулся. Сейчас яйцо... Все, ребят, проиграл. Просто одна стрела в яйцо попала, и все, ребят. И до свидания, мне сказали. Что-то какого-то трэша я такого давно не помню. Если я сделаю его так, допустим, так. Ну, в общем, одну огненную взял и леденку. Посмотрим, что у нас может из этого выйти. Они поначалу почему-то здесь с одного удара отдупляются, а потом все, потом ничего такого не происходит. Зря я, конечно, наверное, сразу же леденку потратил. Если честно. Ой, зря. Ай, у меня здоровье-то. Ну? Теперь либо трицератопса, либо мамонта. Я думаю, что лучше, наверное, мамонта нам позвать. Или же вот этого парня. Как вариант. Хрен его знает, кого тут лучше. Наверное, все-таки вот этого. Но там-то у нас, блин, двигается эта тележка. Как тележка? С удара просто до свидания сказал. Вот он тот момент дебильный. И теперь, как говорится, попробуй накопить, да? Теперь, как говорится, попробуй-ка накопить. Тут еще эти рыцари, блин. Все это бомжиха с удара. Просто, ребят, с удара выворачивает моих бедных динозавриков. Я не вижу тут от Хаспа ровным счетом никакого эффекта. Оу, там опять яйцо, ребят. Опять что у меня не получится, по ходу дела. Да, подходит. Ближе, ближе, ближе подходит. Успел? Успел я ее. Есть, вырубили. Так. Может, что-нибудь получится? Сомневайся почему-то. До Тирекса нам не хватает. Можно мамонта призвать. Давай призовем мамонта, так уж и быть. А потом, наверное, вот этого. А сзади всего лишь один хас побомбит, да? Ну, где он там? Я уже полчаса его как назад вызвал. Ох, тут, ребят, еще один вшивый король пришел.
Но ты, в общем, видишь тут итог. Тут не надо быть каким-то мудрецом, чтобы понять, что тут ад сплошной. Ну где он опять? Я жду и жду. Вот он. Так, берем огонь, сразу пшикаем по максималке, сколько сможем. Меня накрыли. И меня накрыли. Так, ну мамонт нам там не поможет. Тирекса, может быть, позвать? Мне кажется, от него тут тоже мало эффекта будет. Сейчас я попробую, ребята, валуном их накрыть. Там еще катапульта, оказывается. Там еще, блин, катапульта, которую я увидел только в последний момент. Уже. Да все вот из этого вшивого, ребят. Все из-за короля. Король, катапульта, в общем, там все дела вот эти вот мутят, блин. Плюс вот эти вот копейщики дисбалансные, так скажем. Все, король потерял свою броню. Вот она, пакость несусветная, так скажем. Мало того, что король бомбил, так еще и катапульта. Еще катапульта, друзья. И ты посмотри, сколько мне нужно, чтобы ее уничтожить. Ну, я имею в виду времени. А Хаспа по этим наносят минимальный урон. И с этим ты ни хренашечки не сделаешь. Их подбивает только Рэмбо, но Рэмбо, чтобы дойти до катапульта, то нужно сколько пробить ему? Вот тебе и минус вторая звезда. То есть, вот доходим. Это знаешь, что нужно делать? Это надо брать с собой три огненные ловушки. Не ловушки эти, три огненные бомбы. И за счет них, ребята, вот когда доходишь до катапульты, да, и бомжиха там идет, бомж этот король, надо уничтожать просто с помощью огненных вот этих вот. Тогда, да, быстренький проход, катапульту уничтожаем и проходим сюда быстренько. Но ты заработай еще вначале эти три, извини меня, огненные бомбы, это не все так просто. Да и Хаспа здесь, ну, действительно, бесполезная. То, что они здесь бомбят. Тирекс, которого я вызвал, тоже был бесполезником. Его там зачикали в 3 секунды. Куда ты валун-то сбросил? Ну ладно. Так, мы пробили сколько тут? 4 ворота. 4 ворот. Ага. Это мы с тобой за 2000 монет, да, выпендриваемся. Ну да, за 2000 монет. Так что я не знаю, ребят, как этот этап пройти. Ну давай попробуем здесь. Видишь, у меня только одна огненная вспышка есть, всего лишь одна, а нужно 3. Это мне вообще нравится. В кавычках, конечно же, друзья мои. Понятное дело, что здесь нужно вызывать этого хламона. Да успокойся ты там, а. Да я его подобью. Подбил, называется. Так, подобьешь ты? Я надеюсь, что подобьешь его. Как он его долго там размажит. Все, молодец. Съешь конфетку.
От ней сейчас мне тут толку, конечно, мало. Тут надо вызывать, скорее всего, Стегу. О-о-о-о-о, начинается. Вот оно, блин, начинается, друзья мои. Этот ниндзя, блин, дурачок лезет. Ой-ой-ой-ой-ой, все пропало. Давай сюда. Так, ну, блин. Ну, хотя бы так, ребят. Хотя бы рыцаря мы убрали этого. Только радоваться все равно еще рано. Окей. Так, здесь мы пробили. Вот этого не могу никак. Ну, один он тут вряд ли, конечно, что-то зарешает. Серьезно, опять вы за свое, а? Блин, и куча рыцарей, как всегда. Сейчас посмотрим, что... А, они... Они бомбят куда? Они бомбят не туда, куда надо. А это сейчас бомба начнет раз... А, нет, ребят, какие бомбы? У него нету бомб уже. Что-то я тупанул. Но по итогу все равно ты видишь, что происходит. Потому что вот этих ублюдков их не, не подбивает вот нормально вот этот наш парень. Вот и все, вот тебе... Да, там еще, смотри, что летит. Дирижабль. Да уйди, уйди отсюда, а. Так, дирижабль это надо, я не знаю. Как его тут контрить будешь, блин, фиг его знает. Без понятия. Блин, надо там глянуть, что происходит. Как он очень медленно, ребят, стреляет. Очень медленно. Тут вообще трешняк. Бомжиха, вали и нафиг, а. Вот не до тебя сейчас, ну серьезно говорю. Ну, в общем, ты видел эффектус. Эффектус шмендексус. Не получается нифига. Мамонт, который здесь приходит, его быстренько сейчас, ребята... На каркалыгу, если мы с тобой вот этого, конечно, призовем. Вот ты посмотри, сколько у него. Здоровье просто улетучивается. Ну, смотри, сейчас. Сейчас его на колбасу пустят. Уже пустили на колбасу. А я все мучаюсь. Вот с этими засранцами, ребята, ничего у меня не получается. Да, тут без этих... без заморозки там или еще что-либо будет большая и огромная проблема.
А их у меня нету. Ну и бомжиха тут, естественно, разбрасывает кого? Копейщика выкинула. Выкинула копейщика. Мама там, наверное, не успеет дойти. Все как всегда, ребят. Все как мы любим, блин. Жестянка. Да угомонись ты, вали ты нафиг, а? Спать иди, блин. Долбаная бомжиха. Минус звездочка. Я вижу, вижу, уже пошла минус звезда. Да, конечно, я в некоем шоке пребываю. Как вообще тут можно, ребят, пройти? Как тут надо прокачивать своих, блин, бойцов, чтобы был хоть какой-либо эффект? Ну как вот прокачивать их? Бомжиха, успокойся нафиг. Не успел, да, блин, чуть-чуть не успел. Трэш. Ну что это, стега, блин? Пин-пин-пин-пин. И толку ноль. Ноль, ноль толку. Смотри, они урон там наносят по ней. Что это называется, урон? Называется фигня, блин, полная. Какого-то дебильного мелкого рыцаря не завалить. Ну это офигеево. Лучники столько урона наносят. Просто дохренище, ребят. Портал. Так офиг ли портал? У нас так на 2 звезды этот уровень пройденный. Нам надо на 3 звезды. Ума не приложу, как тут бомбить. Я не знаю, ребят. Золотой путь. Что, еще не сделали с тобой? Нет? Так, нам нужно еще двое ворот. Двое ворот, ребят, подбить. Две энергии. Вот этот уровень, да, мы пытались пройти сейчас, который нам не поддался. А вот тут вот. Что тут вот? Как вот, вот этой армии я должен здесь проходить? Можно мне узнать, как я должен здесь проходить вот этой армии? Начало такое, да, великолепная бочка летит. Ну, все. Все, как мы, как говорится, любим, ребят. Пипец, просто пипец. Ну кто тут у нас? Тут, наверное, рыцарь, как всегда, ребят. Кто еще тут может быть, кроме этого засыхи? Так, давай, выходи. Будем подбивать с тобой эту. Только отдупляются. На тебе, три рыцаря. Красота, да? Неописуемые. Даже не успел. Даже не успел отойти, как меня наказали. Он очень быстро отходит.
Очень быстро он отходит, ребят. Ты в него только попал, но уже все, он уже отошел. Да иди ты, угукаешь ты мне. Тут угукало, блин. Да ты бей в рыцаря, блин. Горе ты луковое. В рыцаря бейте. Ну, конечно же, тут рыцарь. Ну, конечно же, блин. Бочки, блин, всякая фигня ползет, короче, тут на меня. Есть, вырубили мозги. Так, наверное, мамонта надо вызывать. Что скажешь, мамонта вызывать или... Придурочная пришла, ребят. Еще один. Ну, это сейчас, конечно, будет расколбас. Эй! Как думаешь, получится, нет? Да заморозься ты, а, утырок. А ты чё лезешь? Так, ребята, есть шанс маленький на 3 звезды, но это маленький шанс. Давай, 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 родные мои. Серьезно? Ребятушки, на 3 звезды. Фух, прошел, хоть какой-то сегодня есть прогресс, ребята. Хоть какой-то есть прогресс, а это очень приятно, это очень... О, еще и Гром Хаспа, ребята, у нас будет готов прокачаться. Ну, опять же, 20 тысяч. Готовь 20 тысяч монет. Тогда он у тебя прокачается. А где такие деньги взять? А? Где такие деньги взять? Я не знаю, ребят. Нам нужно 13 ворот уничтожить, чтобы получить вот этот вот сундучок. А сезон заканчивается через 22 дня. Ты понимаешь? Сколько... А, Хаспа еще не так дорого. 12 тысяч, ребят. Просит. А все остальное по двадцатке. Все остальное по двадцатке. Шухер просто какой-то, а? Ну, я удивлен, ребята, что мы этот уровень прошли. Прям крутенько так получилось. Как вот этот вот пройти? Давай так попробуем. Наверное, бред я сделал, конечно, но... Тут надо как-то на первых порах прям вот гнать... Прям гнать, 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 гнать... Все потратил вначале, зачем? Что мне это дало, блин? Фиг его знает, друзья мои. Что мне это дало? Что я потратил сейчас все в начале в самом? Я даже не знаю, ребят. Это ровным счетом мне ничего не дало. Бочка полетела, блин, и мне ее не сбить. Кто там у нас сидит, я не знаю. Ну да, конечно же, тут сидит у нас чеканутый рыцарь этот.
А там отгребают у меня уже мои роднульки. Там уже мои роднульки отгребают. Плохо дело. Плохо, потому что явилась и не запалила себе эта бомжиха. И против бомжихи то, что мы с тобой вот это вот выпускаем, это полная бредятина. Да полная бредятина, ребят. Вот эти вот стега, хаспу, они здесь не актуальны. Ну, не актуальны и все. Против бомжихи, против этой. Вообще никак не рулят. Сейчас попробуем сделать вот так вот. Хотя бы. Да лучники, вы заколебали, вот серьезно тебе говорю. Был бы хотя бы чуть-чуть посильнее прокачан у нас этот. Серьезно сейчас, от какого-то рыцаря. Блин. Был бы у нас прокачан бы... Ладно, короче, забей. Ты посмотри, электрические ей наносят вшивенький урон. Валун, да, я не спорю. Давай, 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 там осталось ей, ну все, нормально. Так, ну теперь надо вот на этого копить. Это очевидно. Очевидно, блин, невероятно, да? А-а-а! Идет. Душа, блин, заплутавшая. Твою-то налево. Ну как так-то? Ну блин, ну Рей, ну. Этот сейчас попрыгает, попрыгает. Его сразу, ребят, снесут. Пару бомб от короля бомжей. И все, он там ничего не сделает. Вот увидишь. Он, по-моему, уже отдуплился. Ну да. Так что о никаких трех звездах тут и речи быть не может. Ну и куда ты пошел-то? Че ты так рванул-то, гаденыш? Надо вот этого вальнуть. Пушкаря, так скажем. Ага. А чтоб им неповадно было. Ну, минус звезда, понятное дело. А бочка, ребята, точнее не бочка, а вот эта фигня, она... Она не убегает. Ну, то есть, они, вот они прячутся под этой лодочкой, блин. И они не убегают. Убегают только вот эти вот засранцы мелкие. Только мелкие засранцы. Но нет, не дадут мне, не дадут мне, ребята. Нет, конечно. Хотя две звезды, а у нас на сколько было? У нас, по-моему, там было пройдено на две звезды, так что ничегошеньки я тут не выиграл. Хотя двигались вроде бы неплохо. Два раза я отдуплился. Догнали там чувака. Видимо, чувак побежал, на него догнали. Да, у нас на две звезды и было пройдено. На три не могу. Не хватает запала.
Не хватает запала. Так бы, конечно, хотелось бы получить бы сундучок вот этот вот. Очень бы хотелось получить. Как? Никак. Пока... Да что там застрял провод, блин? Пока не пройдешь. Давай попробуем этот. Остров 31. Самый последний остров у нас получается. Зря, короче, я слил, ребята, и огненную, и заморозку. Получается так. Толку от них было ноль. То, что я потратил. Ну, и чего? Да, я, конечно, рад, что так вот вы. Но, по-моему, сейчас будет бобо. Тут по-другому это не назвать. Да, Диметра, конечно, ненадолго тут хватило. Ты сейчас серьезно, да? Они плотничком, ребят, подобрались к нам. Как тебе такой раскладец? Диметр, ну, сможешь? Как говорится, отбиваемся из последних сил, ребят. А, у меня фулл хп, что я боюсь тогда? Да уйди ты отсюда, а? Да, надо было Диметра брать. Ладно, фиг с ним. Своим копьем долбанным, а? За километр бьет. Засранец. Диметр, ты мне нужен. Так, помогаем. Пошел отсюда прочь. Так, ну с этим он справится, тут без проблем. Так, дальше что? Еще одного Диметра позвать? Я, наверное, так вот сделаю все-таки лучше. А лучше ли это было? А лучше ли это было? Нифига, ребят, это было не лучше. Огромная была ошибка, конечно, с моей стороны. А там еще и король. Ну все, тогда понятно. Вот, смотри, бамс. И сейчас начнется, ребята. Шиворот на выворот. Всех наизнанку будут выносить. Не, с этими рыцарями бодаться себе дороже. Причем раньше этот удар хотя бы их оглушал немножко, сейчас нет. Сейчас этот фокус не работает. Там армия, блин, пипец ползет. Там армия пипец ползет, я тебе скажу. Ну что, вот смотри, ну, они его разносят, ребята, разносят Диметр просто в три сек.
Как я должен вот с этими ублюдками драться? Ну вот с этими вот ублюдками, ну как ты будешь драться? Хрень полная. Да хрень полная, ребят. На этого я накопить не могу, соответственно, я их не могу шугануть. Электрические по нему наносят минимальный урон. Все. Приехали, называется. Ну что это такое, ну? Хана яйцу. Бред сивой кобылы, ребят. Это бред сивой кобылы. Как тут, извини меня, блин, 5 бомжих на коне, блин, плюс этот хмырь болотный там идет со своими бомбами. Впереди выпускает армию рыцарей, которых просто не знаешь, чем бомбить. Диметр, в принципе, справляется, но они его так же охрененно уничтожают, как он их. Замкнутый круг. Ладно. Ребят, давайте-ка на сегодня будем, наверное, заканчивать эту серию. Прогресс все-таки сегодня был, на 3 звездочки мы прошли этап, что очень приятно. Увидимся в следующей серии и до новых скорых видосиков.